Здрасте. Маму и тут, и там показывают. Не заплакав от бури, счастье не могут постиг. Просто в каждой душе за закатом приходит восход. Чем легче и победа, тем впоследствии сладостней мир. Там всегда туман и близко стелится. Там травой тропинка не заросшая. Там тебя я встречу, не поверится, моя хорошая. Мальчишки симпатичный, Жиган Лимон. С тобой хочу гулять, Жиган Лимон. С ума сводил отличниц, тебя, Жиган, хочу поцеловать. Слезами светит, если любовник сразу виновник, слышали вновь и вновь, ей бы остаться с нами, но три угла и ветер. Кто здесь виновник, наш треугольник, ветреная любовь? Дорогая Ирина, Валерия, я хочу поделиться с вами чем-то особенным. В этом подарке несколько игрушек ручной работы. Я вижу их, несмотря на то, что у меня зрение минус 18. И каждая игрушка для меня — это символ доброты и силы духа. Надеюсь, что они принесут вам радость и уют. Спасибо, моя девочка. Спасибо. Мы с ней фотографировались в зале. Спасибо, моя хорошая. Я их сохраню. Жизнь в купе, вот она. И это рабочий был рабочий чат в WhatsApp наш, который до сих пор есть, а теперь это телеграм-канал Ирины Викторовны «Жизнь в купе».